Здравствуйте, мои любимые и дорогие соотечественники, блогер из Перми, сотрудник КГБ опальный, который защищал вас в те страшные 90-е годы, получал пули, психушки, защищал закон, законность Бессонов Алексея Борисовича. Ну вот, вы знаете, каждый день приносит какие-то катастрофы. Вот в Волоколамске свалка загорелась, и десятки детей и жителей было отравлено. Но главное, что детишки пострадали. Вот это самое страшное. Друзья мои, проблема одна – тотальная коррупция. Я уже устал просто говорить, я уже даже, не, мне уже давно махнул рукой, потому что невозможно. Да, ведь кто за ним, как пишут СМИ, кто занимался проблемами с утилизацией отходов в Московской области? Сын генерального прокурора. Кто сегодня прокурором области назначен, Московской? Зять министра обороны Шойгу, который даже в армии не служил и так далее. Друзья мои, ну дальше так, вы поймите, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я к гражданам обращаюсь, естественно, в рамках закона. Вы поймите, что мы подошли к такой ситуации, когда власть не в состоянии остановиться. Коррупция – это система управления созданная, да, вот в эти годы была создана. Если сегодня Путин начнет реальную борьбу с коррупцией, сажать чиновников, то все рухнет, вся его вертикаль, которую он годами создавал, она рухнет. Вы понимаете, ну дальше так уже невозможно, уже фактически дети ваши отравятся, понимаете. Ну, понятно было, что нельзя складировать было эти отходы, там уже все она превышала, там ненормальной утилизации не было, ничего, ни контроля никакого. Ну вот так вот мы переживаем, такую дикую страницу в истории Отечества, государства мы переживаем. И власть практически отказалась бороться с коррупцией, причем коррупция сегодня, это же не только там, чиновники. Но это оппозиция, которая фактически 20 лет или больше 30 лет изображает из себя, так сказать, борьбу за ваши права и так далее. На самом деле лоббирует интересы, причем в открытые, продает места и так далее. Это тоже коррупция. Поэтому вся система управления в стране, она рухнула. Ее надо восстанавливать заново. Поэтому, к сожалению, но эта власть не в состоянии остановиться, еще раз говорю. Они могут там, ну, косметические меры провести, там, кого-то посадить, назначить какого-то козла отпущения кого-то. Но лично не в этом. Лично в том, что все это рухнуло, система рухнула. Ее надо восстанавливать. Поэтому примите мои самые, жители Волоколамска, самые соболезнования. Это же трагедия, особенно когда дети страдают. Это запредельные вещи. Ну вот так вот. К сожалению, таких, как я, эта власть во власть не пускает. Да? В 90-е годы они прямо говорили, а, Бессонов, ФСБ знает руководство меня прекрасно, что с ним бесполезно договариваться и так далее. Вы что думаете, мне не предлагали? Да все предлагали. Я служил в Москве, была квартира, все, только закрой глаза на те преступления, которые руководство совершало для решения хозяйственных вопросов, когда при помощи бандитов там и так далее. Но, друзья мои, по-другому нельзя. Есть законность, я служил ей, десятки, сотни моих коллег, сотрудников КГБ, ФСБ, также страдала и так далее, и так далее. И над нами издевались, меня в сумасшедший дом положили. Но тогда, в 90-е годы, вы, граждане, молчали. Вы молчали, не говорили, ну какой же он сумасшедший, что он добивается своего, на самом законном порядке. Но, к сожалению, вот сегодня мы с вами уже начинаем за все это платить. И платить самыми трагичными вещами, гибелью детей, здоровьем детей. Но я, моя совесть чиста, мои любимые граждане, я все делал в рамках закона. Поэтому я сейчас в Перми, в далеком районке, в маленькой квартирке, гонимый, опальный, там пальцем у виска вертят, мол, тут сумасшедший. Но я выполнял свой долг, поэтому мне стесняться нечего. Я боролся в конечном итоге и за ваши жизни, и за вашу судьбу. Да, в том числе и с руководством ФСБ. Кто бы это ни был, ФСБ, БББ, люди, нарушившие законность, совершившие преступления, организовавшие преступления, должны сидеть на скамье подсудимых. И моя задача, как сотрудника, их туда посадить. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович.